Волонтерство – одно из основных направлений работы Общественной палаты Одинцовского округа на сегодняшний день. Кроме того, общественники продолжают активно участвовать в деятельности социальных учреждений, оказывая всестороннюю поддержку, прежде всего, медицинской сферы. 15 членов палаты получили благодарственные письма от главного врача Одинцовской областной больницы. Помощь здравоохранению, так скажем, да, в период обострения коронавирусной инфекции. У нас был недавно такой всплеск. И, конечно, общественная палата не могла остаться в стороне и всячески помогала и в работе колл-центров поликлиники, и в работе диспетчерского центра, в развозе лекарственных препаратов. На плановом заседании общественной палаты были подведены итоги работы за 2 месяца и намечены планы на ближайшее будущее. Задач немало, и все они требуют полной самоотдачи. Команда общественников обязательно с ними справится. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».